И всем привет, на связи Алекс, продолжаем Призрак Цусимы на PlayStation 5. Продолжаем историю Юты. Я просто собаку Юта зовут. Что там? Юта сказал. Детская игрушка. Вся в крови. Черный волк забирает детей? Да. И продает их братьям Мамусе. Где он? Лагерь дальше по дороге. Но там полно монголов. Их мы тоже убьем. Но черного волка я убью сама. Очень давно у меня был шанс. Но я не смогла. Я помогу. Нападем открыто. Пусть знает, что мы идем. Пусть он поймет, что такое беспомощность. Поймет. А когда закончим, это поймет и Алтан. Да, пройдем сейчас, наверное, вот историю Юны. И потом все-таки, наверное, по сюжету пора отправляться. А то тут миссий дополнительных очень много. Тут очень много активностей в игре. Монгол, если он нас увидит, то предупредит всех. Я сейчас. Где? А где монгол? Костра, что ли? А вон он сидит, ага. Вы же все равно собирались вроде открыто, нет? Тёма его тогда убили. Ты здесь все знаешь? Мы с Такой пришли сюда из Ярикавы. Я думала найти здесь убежище. Мы убьем стражников. Черный волк останется один. И будет некуда бежать. Кто ну давай. Главное вовремя кнопки отпускать. Так, есть. Первый готов. Второй готов. Третий, да, бежит еще. Ах, третий вот не получилось. Ух ты, да блин, я вот по нему бью. Какого черта? Так, подожди, где у меня эти? Чего у меня включено опять? Это что, это монгольский артефакт. Я не вижу черного волка. Ладно, не мучайся, чел. Это для тебя. Почему? Так, я постоянно забываю, так где у нас? А вот здесь. А у нас кунаи включены, а почему я их кинуть не мог? Так, железо. Кстати, давно, наверное, не это. Собираем полно, может, надо разочек хоть качнуться. Так, с Юной надо поговорить. Сейчас, подожди, Юна, я тут соберу припасики. Я не вижу черного волка. Ну, сейчас бы, наверное, по всему острову бегать. Стой. Видишь тот корабль? Может, на нем? Так, они в это где время он? Плывут, да. Вопли монголов его выманят. А я уже, смотри какой, хоба! Вас и сюда иди ты. На ты. Вы этого успел. Все, что я сделал, было сделано по приказу Алтана.
Ты забираешь детей? Нет, я... Воруешь их 20 лет! Ты держал в плену меня и Таку! Продал нас в рабство Мамуси! Така, этот был мой любимец. Но, насколько я помню, ты привела его сама. Я не знала. Юна, он твой. Все в порядке. Сожжем этот корабль. Пусть горит. Ага. Алтан увидит и поймет, что мы близко. Мы его выкурим. Дин, то, что сказал Черный Волк, это правда. О чем ты? Я встретила его в Ацуне. Он накормил меня, предложил ночлег. Я спросила, можно ли с братом. Он напоил нас. А потом... так и ничего не помнит. А я помню. Я застыл. Надо было напасть. Спасти Таку. Но было так страшно. Ты не виновата. Благодаря тебе он больше никого не тронет. А почему? Мне нужно время. Интересно. Вернусь в трактир. Если они такие Увидимся. Благородные, да, это? Благородный клан, у них там все дела. Или я, конечно, не совсем что-то понимаю. Но в плане 20 лет. Монголы-то пришли вот же только-только. А 20 лет до монголов. Никто его... все глаза закрывали. Кто-то же тут же должен быть какой-то, не знаю, общий правитель, нет? Или они тут и жили, как бы каждый на своем, да? Префектории, как они тут называют. Свои вот эти мелкие города, и каждый сам за себя. Так, там никого нет. Никого и ничего? Нет, тут никого и ничего. Нам надо сейчас немножко, давайте у монголов тут пошаримся. Так, кунаи у нас заполнены. Вот здесь мы были. Во время боя, да? Да. Так, ну что, отправляемся... История Цусимы, вот. История Юны, вот. Юны. Последняя. Я так понял, миссия 300. О, так тут рядышком где-то прям. Рядышком, но мы пешком не пойдем. Однажды поспешно понятно. Почти к Юне прискакали уже 100 метров. Тихо. Она здесь, нет? Ну-ка. Да, где-то здесь. Вон она. Десять метров. В трактире.
А это не трактир, что ли? Вот это ж трактир. Во, а, она наверху, как обычно. Чего вам всем внизу-то не сидится-то? Я потом хожу, вас ищу. Вот так вот, ясно? Где лестница теперь искать на второй этаж? Тут же нету, да, ведь? Здесь нету. Вот она. А что, они с подружкой пообщаться решили? Или это другая? Нет, это она. Неблагодарная. Которую мы спасли, она еще наехала. Что случилось? Алтан получил послание. Это его ответ. Он будет ждать в лагере на границе Куси. Он заплатит. Мы призовем его к ответу. Вы призываете лишь смерть. Отомстить ему наш долг. Мы заставим Алтана за все поплатиться. Это долг самурая. Юна лишь воровка. А у воров нет чести. Мы все исправим. Клянусь. Все твои клятвы подстать себе. Пустые. Идем к лошадям. Это она ее обидела когда-то, да, давненько, видать. Она ее называет подругой, это называет ее воровкой. Так, что через окно ближе будет, нет? Или по лестнице спустимся, как белые люди? Вот так вот. И все разломал тут нафиг. А чтоб монголов не кормило, ясно? Вот так вот теперь. Будешь знать. Все, поскакали. Ты ведь понимаешь, что это ловушка? Да. Но это все ради Ити. Сейчас надо думать об Алтане. Что там произошло с твоей подругой, не должно нам мешать. Ты не понимаешь. Ити была рабыней на полях Мамуси. Там мы и встретились. Она заботилась обо мне и брате. Укрывала от самого страшного. Только благодаря ей мы сбежали. Помогла, хорошо. Но это был ее выбор. Это не все. Мы поклялись, что сбежим втроем. И вот нам почти удалось. Мы побежали. И вдруг Ити закричала. А я удрала. Я ее там бросил один. Я обязана ей жизнью. А, ну теперь понятно тогда, чего она на тебя. Ты правильно сделала. Я видел, что это за люди. Если бы ты бросилась в бой, тебя бы убили. А самураи тоже бегут от опасности? Вы были детьми. Иногда, чтобы выжить, приходится бежать. Прошлого не изменить. Нельзя лелеять вину. Она помешает в борьбе с Алтаном. В этом мне ничто не помешает. Так, правильно хоть опять? Да. Где-то рядышком уже. Мы на месте. Будь осторожна. Мы не знаем, сколько у Алтана людей. И где мерзавец прячется. Где вход-то? Я здесь! Правильно, нет, вообще сделал. Может, надо было по-тихому. Да елки-палки. Они, конечно, через раз тут. Вот так вот. Я так понял, можно уже заходить, так сказать. Без приглашения.
Это что такое светится? Ой, что с такое, сколько все. Иди отсюда, дурачок. Припасов тут нормально, конечно. Кто там, где ты? А он... Избавимся. Ой, сколько их тут, мама родная. Дурачок. Че разорался-то? Если это твой боевой клич, то не страшно было. А, тут это... Камера за мной не поспевает, поэтому иногда, блин, не видно. Туда. А чё толку-то, мы их тут сейчас всех рубим? Где Алтан-то, Малтан? Ну как тебе, пойдет? Где следующий придурок? Вот. Так, кунайчики есть еще? Нету кунайчиков больше. А ты все это время не видел, что ли, нас? Были какие-то интересные эти? А где-то написано это, нет? Алтан! Я перережу всех твоих людей! Дин, кто-то идет. Где? Алтан Малтан? Это он! Алтан. А ты откуда знаешь? Свой. Алтан. Ты ответишь за злодеяние. Не тебе меня судить. Ты убивал соплеменников. Братья Мамуси и Черный Волк – изменники. Таково оправдание? Повод убивать под личиной призрака? Даже наемник Рюдзо от тебя отвернулся. Хватит! Покончим с этим. Так, ну сейчас будет это, да? Бой один на один. Ты сам выживаешь, как умеешь. Но при этом презираешь за это других. Я убиваю ради великого порядка. Интересные вы все. Убивают они ради порядка. Ну что, показать призрака, вот. Потому что меня только в легендах слышали, да? Так, соберем. А ты что тут делаешь? Вы убили Алтана. Но люди знают, что вы сделали с остальными.
и боятся, что призрак придет за ними. Добрым людям бояться нечего. А по-твоему, кто мы? Чудовище? Думаю, вы сделали то, что должны. Прощай, Юна. Дин, не слушай ее. Не хочу, чтобы меня боялся мой народ. А ты думал, все сразу поймут, что ты делаешь? И зачем? Нет. Но не перешел ли я черту? Если и так, то на верную сторону. Так, упрямый вор нам дали ачивку. Наверное, за прохождение. А, даются? Блин, половинку всего дали, ё-моё. А лошади разве лежа спят? Не шоры, стоя спят, нет? Или это миф? Умница, Нобу. Так, ну что, выполнили мы все миссии за Юну. Это так и не появилось. Или типа мы у нее все прошли. У бабульки-то. Она, скорее всего, узнала, кто. Подожди, она узнала, кто убил ее семью. И она, походу, сама будет искать свою сестру. А старика нету. Вот она нашла, скорее всего. Хотя написано 8 из 9 завершено. Где-то восьмая была. Ну вот Юна, смотри, 4 из 4. А у этой все-таки 8 из 9. А у этого еще 3 штуки, как бы. Непонятно, ладно. Я просто подумал, может быть, она сама найдет. И как бы миссии за нее закончились. И при этом еще и... сказать-то. Так, давай уже выполним по сюжету хоть одну. А за старика мы же встретили все-таки с этой. С предательницей. Она что-то там ляпнула, что не доверяю особо старичку-то нашему лучнику. И спрыгнула в пучину. Так, это что такое? Эти врата Тории ведут к святилищу Болотной Скалы. Там молятся Инзанам, богине жизни и смерти. Так, а мы что, помолимся, нет? Ой, так еще бежать надо, да, туда? Да, тут активности очень много в игре. Не знаю, сколько тут часов надо пройти, чтобы на 100% игру. Ну, прям много тут всего. Даже не знаю, с какой игрой сравнить. Самое большое прохождение у меня на канале, если считать по количеству вышедших серий. Да, по-моему, Days Gone самая большая была. Там 27 вышло. Я бы не сказал, что она такая же по объему. Даже, мне кажется, меньше. Но я играл, правда, в нее очень давно. Так. Поскакали. Давно пора уже по сюжету хоть что-нибудь пройти, это все. Доп задание, бегаем, бегаем. Сакай, тебе суждено было надеть этот доспех и отправиться на битву. Надеюсь, я его достоин. Я нашел Гор в бухте Умуги. Он был пьян? Протрезвел. Он исполнит свой долг. Отправится к Сёгуну. У Гора дурная слава, но лучше него нет моряка. Эти люди доставят послание. Конечно.
Катара и Дзиро верны и отважны. Они попросят у Сёгуна подкрепление. Гора ждет. Он встретит нас и проведет к лодке. Поедем, когда настанет время. А ты пока подготовься к битве. Да, дядя. Каким образом? Пора. А, вот так вот. Седлаем коней. Мы готовы, господин. Нам было зайти, блин, к этим. Перед миссией, блин. В магазинчик заскочить. Но улучшало. К оружейнику надо было заскочить. Ладно. Я всегда вижу, когда ты хочешь что-то спросить. Говори. Любопытно, откуда вы знаете Гора? Он продавал китайский шелк, что запрещено указом Сёгуна. Я сжег его товар, а его отпустил. Он пошел против воли Сёгуна. Опасно было избавлять его от наказания. Самураю следует понимать меру необходимой силы. Надавишь слабо, лишишься уважения. Переусердствуешь, потеряешь возможность. У монголов много кораблей. Гора сможет ускользнуть от всех? У него нет выбора. Господин, а что если нас поймают? Не следует бояться смерти, Катара. Живи смело и не забывай тех, за кого ты сражаешься. Господин! Дора, где твой корабль? Сюда. Я рад, что вы живы, господин. Спасибо, что согласился отдать долг. Я сделаю все, что смогу. Только, боюсь, меня потопят, едва я отойду от побережья. Слишком много глаз следит нынче за морем. Попробуем на что-нибудь их отвлечь. Дальше мы пойдем пешком. Ой. Задница подпалил. Форт Митодаке. Мой отец отвоевал его у клана Ярикава. Теперь там монголы. Представь, как они удивятся, когда его отобьют два самурая. Если мы поднимем шум в форте... Тогда люди на кораблях будут смотреть туда, а не на море. Горо, мы заставим врагов сосредоточиться на форте. Услышите шум боя, отплывайте. Господин, вас убьют! Мое послание — это все, что должно тебя заботить. Лошади могут нас выдать. Пойдем пешком, господин Сакай. Ладно, пойдем. Огненное послание. Идите за господином Симурой в форт Митодаке. Но мы застанем их врасплох. Лишь бы нам это удалось в стенах форта. Их больше. Но они не смогут напасть все сразу. Сколько мы сможем оставаться незамеченными? Пока не увидим врага. Как увидим? В атаку. Да, он же против стелса. Дядька-то. Впереди монголы. Их можно обойти. Повернешься спиной к врагу, сгинешь с мечом в спине. Сацусиму! Преимущество! Бежим через мост! Куда? А, туда бежим. Окей, побежали. Дядя, вы готовы? Сначала убей сильнейшего. Так, лучников надо убить, а то они слишком... Прекрасно, Дзим! Хвалю! Ой, здрасте. Ой, даже меня зацепил. Даже меня зацепил, а ему что-то... Я смотрю, по барабану вообще. О, нормально, он своего же. Красавчик. Молодец. Yeah.
Смотри, он от обеих уворачивается. А так. Это последний. Вперед, через ворота! А не сильно ли это глупый поступок? Видишь, как враг тебя боится? Ты истинный воин. Спасибо, дядя. Так, что у нас там, кстати... А, подожди, тут пока вроде никого нет. Ну что-то форт... А, лучники, укрытие! Надо пробраться через ворота. Господин Сакай! Поднимем на ноги весь форт! Пусть корабли монголов идут сюда, а не к Горо! А, не хват... Не хватает? Да блин! Он два раза выстрел... Я уже... Оставалось, блин. Что-то светится, подожди. Снаряды заполнены. Ой, я что-то с перепугу. Зря я потратил. Подожди, тут еще что-то было. Так, ну колокольчики нам как бы нафиг, трубочки нам тоже, наверное, стрелы возьмем. Пока что и... Ой. И кунай выбросил. Бомбы-липучки пока возьмем. Да уж, теперь мы главная забота. Убьем всех! Ой-ё, это на нас? У них хватка! Теперь это наша цель! Пробивайся к башне! Бей врага! Хороший удар на твои наверное, еще монголы! Не монгольский, наверное, тибетский. Порода полная тибетская. О, тихо! Это, я так понял, сейчас на нас прилетит целая волна, да? Это кто? Нет, вроде... Подожди сюда. Я тут смотрю, пока может что-нибудь тут еще нам дадут, как бы еще. Бомбочек там, кунаев. О, бомбу-липучку подобрали, хорошо. Стреляют-то откуда? Да, сюда бежим, правильно. Мы почти на месте.
Вытащим их! Ай, не попал. Кого берем? Корабль Горо. Мы выиграли время, но слишком мало. Монголы его увидели. Их корабли куда быстрее. Наши люди беззащитны. Нет, есть мы. А у нас есть Хвачха. Это оружие врага, не самурая. Сейчас главное спасти наших людей. Ты умеешь из нее стрелять? Научусь. Топи корабли монголов, а я займусь стражей. Дядя, мы здесь не погибнем, мой мальчик. Так. Монголы подходят к Горо, хотят зацепить баграми. Не подпускай их! Получилось! Корабли монголов горят! Продолжай! Горо должен обогнать! А кто Горо-то? Горо вон тот с белыми парусами. Устроим им там хаос. А во, это, а, это тоже их корабли, блин. Прикольная штука, слушай. Только кто ее типа перезаряжает? Еще корабли. Держись, Горо. Монголы нагнали корабль Горо. А кто, где, как? Монголы подходят к Горо. Хотят зацепить баграми. Не подпускай их! Получилось! Корабли монголов горят! Продолжай! Горо должен обогнать их! Лупят они вот по тому кораблю, значит, это вот он и есть. Да где, блин? За ним смотреть, что ли, или чё? Кто там его догоняет? Там никого не было. Монголы подходят к Горо. Хотят зацепить баграми. Не подпускай их! Получилось! Корабли монголов горят! Продолжай! Горо должен обогнать их! А вон они, блин. А вот, наверное, вот эти маленькие подплывают, да? А, вот, конечно.
Добудь нам помощь от Сёгуна. Получилось? Я знал это. Ты снова доказал, что монголы не всесильны. Вы мой учитель. Я не мог подвести. Никогда не подводил. Я горжусь тобой как воином и как человеком. В моем послании к Сёгуну есть еще кое-что. Я хочу объявить тебя своим сыном. Дядя. В моем сердце ты всегда был для меня наследником. И после войны мы объявим об этом. Дзин, однажды ты возглавишь народ Цусимы. Займешь достойный пост Дзито. Властью самого великого Сёгуна. Я постараюсь служить людям, как вы. Так и будет. А Сёгун это так понял. Пока ждем подкрепления от Сёгуна, следует подготовиться. Местный какого президент, типа, да? Аналог. Заканчивай свои дела, а я займусь своими. Я буду ждать тебя в нашем лагере в Кубаре. И тогда мы отберем мой замок у Хотунхана. И спасем наш дом. Как отец и сын. Сам Сёгун обрадуется нашей победе. Мы скоро встретимся. Но в пути будь осторожен. Так, огненное послание прошли. Ну да, за основные дают, видишь, целую деление, получается, от точки до точки. А за второстепенные половинку, а за всякие вот такие на улице, которых спасаешь по пути в открытом мире, там вообще какую-то четвертинку, половинку от половинки дают. Так, кровавая плата. А, ну это следующая миссия. Сюжетная, да? Так, доступен новый дар какой-то. Так, ну давай переместимся. Чего там? Давайте чего-нибудь у кого-нибудь купим. Где вот вы все? Так, это кто? Я уже забыл, кто есть кто. Так, это броня. Броня самураев. А мы в чем ходим вообще? Доспехи Сакая, вообще какие-то они. Подожди, а мы-то в чем? Вот это кто? Доспехи самурая? Ну, вроде как да. Крепче не найти. Окей. Так, пойдем по оружию что-нибудь. Где оружейник? Оружейник он тот, по-моему, с ножом, да? Ты же оружейник? С металлом, деревом и тканью. Нет, это зверолов. Ты кто? Господин, не нужно ли чего? Это просто раскраски, я так понимаю, да? Красоту наводить. История о призраке и духах самурая. Если... Это оружейник сидит. Заточить вам меч, господин. Прошу прощения, но это... Все уже не хватает. Работы, господин. Капец, только собираешь, собираешь, бах, и просто все. Так, это что? Господина Симура. Вот это все задание, да? Это красненькое тоже чего такое? Дозор каменной топи. А мы где? А мы вот где. Тут еще вон есть. Вон еще, подожди, ближе есть какое-то неисследованное место. Для меня честь. 60 метров. Правильно, нет? Ой, тут что-то как-то вообще. Во, там что-то появилось, смотри. А, это сказитель. А сказитель это который... Боги повсюду. Да, режим легенд.
Это прям чуть ли не дополнительная история. Это тоже сказитель, да? Ну, как бы тут все теперь уже не знаешь, что делать, поэтому... Давай попробуем вот эту сделаем. 2 километра. Это находится где? Это находится вон где. Мы сейчас вот сюда переместимся. И побежали, так сказать, в другую сторону. А, мы мимо проскакивали, точно. Когда сюда шли, дорогу искали. На каких-то ребят в лесу нарвались. Они там, какой-то чувак стоял, так сказать, на трибуне, вещал. Это, скорее всего, они. Что да. случилось? Говорите. Это они. Мы ничего не знаем. Мне нужны ответы. Не смейте нам угрожать. Господин, может, у вас получится их вразумить? Говори, в чем дело. Давай, что тут? Господин, я Сабура. Я уважаемый торговец из Умуги. Нужно мое уважение. Заслужи. Что тебе сделали эти люди? Моя семья пропала. А эти люди что-то скрывают. Произошло нечто скверное. Зачем ты привел сюда родных? Я договорился с людьми о переправе с острова. Отсюда мы хотели плыть на Ики. Это невозможно. На море сейчас монгольский флот. Я заплатил контрабандистам, чтобы нас провезли. Они проходимцы, но помогли нескольким семьям бежать с острова. Моя жена Аки была в ужасе. Маленький Дзютара все время плакал. Я должен был что-то сделать. И проходимцы исчезли. Вместе с твоей семьей. И эти люди что-то знают. Я выясню, что случилось. А ты стой молча. Да, господин. Но вы не слишком их жалеете. Хорошо. Естественно. Богач не знает нужды. Давайте пройдем еще одну. Так сказать, серию добить. Все, идите сюда. Мне нужно с вами поговорить. Хронометраж, так сказать, растянем. А в следующий пойдем опять по сюжету. Иначе... Этот человек утверждает, что его семья недавно была здесь. Вы их видели? Нет? Не видели? А контрабандистов, которые бы обещали увезти вас с Цусимы? Мой господин, думаю, я их видел. Женщина и маленький ребенок с игрушкой. Куда они ушли? Этого я не видел. Это кто сказал? Я таких точно не видела. Я хочу услышать каждого. Может, и были. Вчера тут играл чей-то маленький мальчик. Понятно. Никаких детей не видел. Здесь столько людей. Может, и эти были? Он убегает! За ним! Эй, стой! Я ничего не знаю. Господин, пощадите! Куда ты бежишь, глупец? Это был не я! Ой, перебор. Так, подожди сразу. Лук поставим обычный, блин. Чуть не спалил его. Ну, говори. Приходили контрабандисты. Они увели жену и ребенка этого торговца. Я пошел за ними, но меня поймали. Велели молчать, иначе перережут горло. И ты можешь уже не бояться. Куда они увели? Сели в воду. На запад. Там на берегу сторожевая башня. Думаю, к ней и подходит корабль.
Ладно, живи. Нобу, давай. Да. Там, кстати, смотри, там это кто? Оттуда. Одинаково, мне кажется, да? Да, современные игры, так смотришь, ну, конечно, вложено в них, да, вот эти открытые миры, это ж капец. Это еще не самый большой. Процентов 40, наверное, да, если не 50% времени, мы просто скачем здесь по простору острова Цусимы. Ни следа жены и ребенка с собой. А, тоже эти. Не монголы, а. Блин. Дернулся, гад. Я думал, он уже все со второй попытки решил. Давай. Во, наконец-то, блин. Так, а это вообще те, нет, это вот, наверное, вот эти. Да, скорее всего. Давай, иди сюда. Ох, а почему нельзя было его? Этот куда пошел? Че, кто-то есть? Нет? Никого нет. Тихо. Осмотрите убежище. Это убежище-то. Они же в основном отсюда все бежали. Ну, где-то здесь. Где тут еще что посмотреть-то? Может, тут что-нибудь проглазили? Вот глазить-то нечего. Ну, припасы только. Где-то вот смотри справа, типа вот, да? Где-то вот справа прям. Чуть-чуть. Чуть-чуть мы не добежали. А право у нас. Вот здесь это право. Да. Где-то вот в этом райончике. Опять где-то, наверное, мало заметные следы.
Так, это Нобу, да? Где-то, наверное, опять этот вот одинокий пиксель, так скажем, находится, который надо нажать. Все пойдет, да? Ой, это кто? Краб. А вон еще люди какие-то. Это кто? Делаете? Забирайте деньги! Не убивайте нас! Не пасть! Это, по-моему, не они, да? Подожди. Или это они? Не, мужик какой-то. Вы нас спасли! Все хорошо. Не понимаю, они сказали, что нас будет ждать корабль. Выбраться с острова нельзя. Они бы просто забрали деньги и убили вас. С вами была женщина с маленьким мальчиком? Нет, мы одни. Вступайте. Жена и ребенок Сабора могут быть еще здесь. И где? Они могут быть-то. Так, там Нобу. Там что там? Вон там что-то есть? Вон там, смотри, что-то есть, нет? Сзади слева. Возможно, они уже это того. Куда-то в другую сторону. Женщина и мальчик. Их убили недавно. Игрушка. Может, Сабра ее узнает. Капец. Он должен знать. Или мешок. Господин, вы нашли мою семью? Нашел. Я нашел это. Игрушка Дзютера? Я не понимаю. Эти люди тебя обманули. Не было кораблей. Нет. В Умуге я большой человек. Мне не солгут. Солгали. Твоих родных убили. Я казнил тех, кто виновен. Но их вы не спасли. И какой же вы самурай? Вы все! Вы предали нас! Вы виноваты! Вы виноваты! Сабру, мы должны быть едины.
Лучше возьми оставшиеся деньги и помоги людям сражаться. Но сперва похорони семью. Да. Грустненько все это, грустненько. Так, ну что тогда? Предлагаю мы здесь с вами передохнем. Продолжим с вами в следующей серии. А на этом все. Заходите в гости, берегите себя. Всем пока-пока.